Массовые политические репрессии. До сих пор не названо количество людей, пострадавших от них. Но память об этих событиях с 1991 года в России ежегодно чтут 30 октября. В Люберцах траурные мероприятия прошли у мемориала, установленного на месте бывшего здания НКВД на Октябрьском проспекте. Ровно в полдень цветы к памятнику возложили глава округа Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско, председатель Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья Елена Верховых, члены общества жертв политических репрессий и его председатель Ада Подколзина. Мы уже состарились все. И здоровье у всех плохое. Потому что столько много лет прошло, и когда мы вспоминаем наше детство, у нас его не было. У нас детство отняло правительство того времени. Сегодня в Люберецком обществе жертв политических репрессий состоит 271 человек.